Продолжаем информационный день на UETV. Это новости об Украине. Меня зовут Дарья Вершеленко. Здравствуйте. В Международном суде ООН продолжается последний день предварительных слушаний. Российская сторона продолжает настаивать, что Гаагский суд не уполномочен разрешать конфликты между государствами. При этом пресс-секретарь президента РФ уже заявил, Кремль готов признать любое решение международных служителей Фемиды. Украина же просит ввести временные меры за спонсирование террористических организаций ДНР и ЛНР и за постоянное нарушение прав человека на оккупированных Россией территориях. Аргументы Киева основываются только на проверенных и подтвержденных фактах, отметила замминистр иностранных дел Елена Зеркаль. Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин не сомневается, Киев убедительно докажет фундаментальные нарушения Москвой двух международных конвенций, так как заявления дипломатов из РФ об оружии, найденном боевиками в заброшенных шахтах, только насмешили цивилизованный мир. Париж не признает аннексию Крыма России и будет дальше прилагать все усилия в нормандском формате, чтобы установить мир в Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Также Франция призвала Кремль повлиять на боевиков для урегулирования ситуации на Донбассе и пообещала, санкции будут действовать до полного выполнения минских договоренностей. Генеральная прокуратура Украины установила личности организаторов расстрела гражданского автобуса в Волновахе в январе 2015 года. Нападением руководил российский полковник, главный военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников. Ему помогал гражданин Украины, так называемый военный комендант Докучаевска. Юрий Шпаков. Боевики обстреляли автобус из установок «Град» возле блокпоста вооруженных сил Украины. Погибли 12 мирных граждан, 19 были ранены. Повідомили у спосіб, визначений законом. Повестки отправили по адресу их регистрации. Также опубликовали на сайте СБУ и в СМИ. Полковник российской армии выехал из Украины, получил очередное повышение. Сейчас проходит службу в вооруженных силах России. Гражданин Украины находится на неподконтрольной территории Донецкой области. Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В зоне АТО убит российский снайпер. Про это нам рассказала пресс-офицер 72-й бригады Елена Макринчук. Стрелок подобрался к позициям ВСУ примерно на 40 метров и открыл огонь. Украинская сторона вынуждена была стрелять в ответ. Снайпера ликвидировали. По первоначальным данным считала, что это группа снайперов, потому что обычно снайпера работают в парах. Но сегодня уже по уточненным данным, то есть ребята пошли туда на то место, посмотрели там те вещи, которые остались, то есть считала, что винтовку кто-то унес. Винтовку это нашли, поэтому из этого определяю, что действительно человек был один, и по документам, по всем определили, что это был российский этот самый. Российский человек с российским гражданством и с военником так называемой ДНР. Знай наших. Украинские стартапы среди лидеров на международной конференции, посвященной гаджетам и смарт-девайсам Wearable Tech Show. Так, проект PetCube занял первое место в категории «Умный дом». PetCube – это робот, который позволяет следить за домашними животными и развлекать их. В рамках конференции отметили еще один украинский стартап – Кардиомо, устройство, которое позволяет круглосуточно мониторить состояние здоровья человека, не могло остаться незамеченным в категории технологии цифрового здоровья. В этом году конференция Wearable Tech Show проходила 7 и 8 марта в Лондоне. Стихи, песни и оркестр «Сотни киевлян» собрались возле памятника Тарасу Шевченко, возложили цветы и прочли его стихи. Сегодня исполняется 203 года со дня рождения выдающегося украинского поэта, прозаика, драматурга и художника. Имя Шевченко известно во всем мире, его произведения переведены на разные языки. Почтил память Кобзаря и святейший патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. Он призвал украинцев прислушаться к словам поэта и объединиться ради победы. Мы должны делать все для нашей победы, для сохранения нашего украинского государства. Что нам для этого нужно? Прежде всего, в первую очередь, надо объединиться. Необходимо объединить весь украинский народ. Как сказал Тарас Григорьевич, обнимитесь, братья мои, молю вас, умоляю. Сегодня дуже светлый день. Сегодня очень светлый день, день рождения нашего любимого Тараса Шевченко. 203 года, как он родился. Мы ежегодно сюда приходим, помним, читаем его и детей учим.
46 претендентов, из них 13 финалистов. Отбор кандидатов на ежегодную Шевченковскую премию дался жюри непросто. В этом году ее получили 4 автора в разных номинациях: литература, киноискусство, визуальное искусство и музыка. Кроме признания таланта, лауреатам дали по 9 тысяч долларов. 203 года назад родился великий поэт Тарас Шевченко, а его стихи до сих пор цитируют президенты. Свою Украину любить ее во время люта, в останню тяжкую минуту за неї Господа молить. Произведения Кобзаря звучали и на баррикадах революции достоинства. Его святого заповиту мы придерживались во время нашей революции достоинства. У всех нас навсегда перед глазами один из первых героев Небесной Сотни – Сергей Нигаян. И прожигает души его призыв – боритесь, поборите, вам Бог помогает. Не забывать свои корни, любить язык и увеличить часть украиноязычных программ на телевидении призвал Петр Порошенко. Таким образом, мы популяризируем национальный продукт и Украину в целом. За рік від нашої останньої зустрічі. За год с нашей последней встречи, в первую очередь, благодаря принятому закону, мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире. Помните, сколько было разногласий, сколько атак? Ничего, шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу подчеркнуть, скоро такую технологию я предложу применить по отношению к телевидению. Каждый год лучшие произведения украинских деятелей искусств выдвигаются на соискание Шевченко. Премии. В прошлом году состав отборочной комиссии обновился, говорит ее председатель. В жюри молодые и компетентные эксперты. Тем не менее, выбрать лучших авторов было нелегко. Было 46 поданий. Было 46 представлений, 13 перешли в стадию тайного голосования, и тогда уже из этих 13 4 были отобраны. Это был непростой выбор, потому что кандидаты были равны, и нужно было учитывать разные факторы. Литературную премию присудили Ивану Малковичу за книгу поэзии «Подорожник с новыми вершами». Жюри колебалось между ним и Андреем Садомора, ученым-переводчиком. Малкович признается, награда стала для него сюрпризом. Эта премия была абсолютно неожиданностью. Я благодарю Любовь Галоту, которая подала мою кандидатуру. Я бы никогда не смог. До этого я трижды отказывался негласно от выдвижения. Поэтому все получилось так легко и счастливо. Украинское кино понемногу возрождается. В прошлом году режиссеры сняли 30 фильмов. Некоторые были представлены на престижном Берлинале. А 26-серийный мультипликационный фильм о разных уголках Украины Степана Коваля отметили Шевченковской премией. Автор планирует снимать продолжение. Могу сказать, что мы запустили второй сезон еще до премии. Уже создаются две серии, это только начало. Но эта премия дала нам толчок, что мы работаем в правильном направлении. Престижную премию также получили львовская композитор Богдана Фроляк за симфонию «Реквием. Праведная душа» и Николай Малышко в номинации «Визуальное искусство» за художественный проект «Линия». Инесса Занина, Тимофей Сорокин, UATV. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с UATV. Больше в следующих выпусках новостей.